что игра начала подтормаживать. Вообще, на самом деле, с Нью-Вегасом такое часто бывает в закрытых помещениях. Ну-ка, что у нас с FPS-ом? 35. Едись колотить, 31. И это после того, как я апгрейднул проц на супертермоядерный 5900X. Не, Нью-Вегас просто неизлечим. Что произошло? Какая-то растяжечка? Да, здесь была какая-то растяжка. Upgrade failed. Да, господа. Да, Насте сильнее. Нужен проц мощнее. Я не знаю, где я его буду брать, но явно нужен. Так, терминал заблокирован. Пожалуйста, свяжитесь с администратором. Нужен ключ. Попробуем найти где-нибудь ключ. Шкаф с инструментами пусто. Ядерная батарея. Может, в видях не тянет? Нет. Это проблема именно в процессоре. Чтобы в видях не тянул, тут ничего такого нету. В видях вообще не сильно напрягается. Основная проблема в том, что движок Нью-Вегаса очень тупой. И он просто бомбардирует DirectX запросами на отрисовку. Просто безумным количеством запросов на отрисовку. Вот в пол смотришь, получше должно становиться. Ну-ка. Да, 45 кадров, охренеть. Ну, в пол-то явно видюха не должна нагружаться. Глядите, этот пост апгрейдил комп. Надеюсь, что у него начнут летать Вегас и Майнкрафт. Всем же известно, что они летают... А, они лагают даже на серверных компах Пентагона. Окей, на самом деле про Майнкрафт бы я так не говорил. Но с Нью-Вегасом это точно. Он лагает на всем, чем только возможно. Все просто из-за кривого движка. Ну, мы заработали контроль над животными второго ранга. Есть надежда, что со временем опенсорсный движок заменит то, что есть в Нью-Вегасе, точно так же, как есть опенсорсный движок, например, вот для Daggerfall'а появился не так давно. Точно так же, как для XCOM, OpenXCOM появился. Есть движок OpenMV, который для Morrowind'а сделали, но сейчас его потихонечку дорабатывают для того, чтобы он с другими играми, которые на движках Bethesda, работал. То есть, чтобы он с Oblivion'ом, там, с Skyrim'ом, с... Fallout'ом третьим, Нью-Вегасом работал. Пока это только-только в самых таких зачаточных началах работы это, но она немножечко ведется в этом направлении. И со временем, через энное количество лет, я думаю, у нас будет новый движок для Нью-Вегаса, который будет нормально работать, в котором вот не будет этой жести. Вода, шприцы, споки... Смотрим на карту еще раз. А здесь вода, она радиоактивная? Да. Она радиоактивная, кто бы сомневался. Так, а что здесь у нас? Мы же здесь были, да? Нога Богомола. Здесь та же вода. Но еще есть проход сюда. Не движок кривой. Эта игра вышла на 178 лет раньше своего времени, говорит Дикий Док. Может быть, тогда на квантовом ПК будет 60 FPS выдавать. Это точно. Да, когда нам ожидать опенсорсный Daggerfall? Ну, на стриме я постоянно о нем понемножечку задумываюсь, чтобы постримить. Но, к сожалению, не могу пока ничего конкретного сказать. В принципе, идея перепройти Daggerfall, ну, уже вот на новом движке, она, в общем-то, привлекательна и соблазнительна. Что у нас здесь? Засейвимся на всякий случай. Нью-Вегас — это просто игра коммунистов. Для всех равные условия. 45 FPS для ноутбуков с Целероном и такое же количество для суперкомпьютера NASA, говорит Янг-Архивист. О, здесь вроде получше стало. Внезапно 60 FPS прорезались. Смотрите, а? Вот оно что. Да уж, Нью-Вегас удивляет. Это причем, заметьте, с модами не связано. Это с оригинальным движком Нью-Вегаса связано.
оно, как это известная проблема, оно существует уже очень давно, и я далеко не первый, кто с ней сталкиваюсь. Я вот когда начал разбираться с тем, что у меня были просадки на стрипе, когда я моды ставил, то я начал гуглить на эту тему очень много всякого разного. И по большей части люди пишут, типа, ой, там типа с модами New Vegas действительно там тяжело как бы идет, вообще посмотри, удали моды и прочее. Но это другим людям, у которых, похоже, же проблемы появляются. А люди пишут, да нет у нас модов никаких, просто без модов, оригинальная игра тормозит везде. Так, радиация есть? Есть. Антирадин, что ли, принять? Костюм надеть. У нас противорадиационный костюм где-то был. Так, по-моему, он был у ЭДМ. Там. Где-то еще пропустили апгрейженный радиационный костюм, на самом деле. Он вроде бы был в каком-то каньоне. Но, увы. Радыкс, Радыкс, Радыкс. И в итоге я наткнулся на форумы с модами, там, где люди занимаются разработкой модов, и более технически продвинутые, грамотные люди возятся. Соответственно, они уже пишут другие вещи, что это не то, что там типа 100-500 модов наустановлено, а что действительно у New Vegas очень кривой движок, есть известная проблема с количеством вызовов отрисовки, что ее можно проверить вручную, посмотреть, и по факту как бы, ну вот, ну такой вот он New Vegas. Ничего с этим не сделаешь, никаких фиксов для этого не существует. Только если движок менять, и никто этого делать неизвестно, когда будет, не будет. И вообще, как жить с этим? Так, а это спуск прям вообще в ад. Могущественный блок правосудия поставил условие Кэтрин Стоун, говорит Волос. Оказать сексуальные услуги членам их блока или назначить ее мужа смотрителем. Кэтрин осознавала, что тогда ждет ее мужа, и подчинилась. Однако все равно блок правосудия назначил Натана смотрителем. Кэтрин решила спасти его, убивая членов блока, дабы лишить их большинства. Когда ее поймали, Кэтрин... Так-так-так-так. Вот все, на этом сообщение Волоса заканчивается. Но это, по крайней мере, то, что мы уже прочитали. То, что мы уже знаем из записи в компьютере. Самое главное, что же такого страшного в том, чтобы быть смотрителем? Серьезно. Где мы? Карта, пожалуйста. Ну, тут достаточно большое подземное помещение этого убежища. Куда мы можем отсюда пройти? Eat this. Eat that. Так, ну чё? Right. А это у них типа зал собраний? Или столовая? Что у нас здесь? Мёртвые кротокрысы. Да, видимо, зал собраний, потому что есть... подиум, и на нем есть речь Гуса Олсона, омбудсмена на ежегодных выборах смотрителя. Давайте ее прочитаем. Речь Гуса Олсона. Добрый день. Каждый год омбудсмен должен не только предварить выборы официальной речью, но и занести это событие в хроники в надежде, что они когда-то будут найдены. Представьте, закончится срок последнего смотрителя. Тот спустится, чтобы принять смерть в камере под своим кабинетом в убежище. Станет тихо. И вот придет день, и археолог, человек ли с поверхности, представитель ли какой-то неизвестной расы, сверхсуществ найдет наши записи и занесет их в общие исторические аналы. Однако недавно мне открылось, что не эта причина главная. Я думаю, мы ведем записи, потому что хотим верить, что однажды найдем в архивах ответ всему. Возможно, он обнаружится лишь тогда, когда хроники будут завершены и история рассказана до конца. Мы хотим найти смысл, понять, почему компьютер-убежище убьет нас, если мы не будем ежегодно приносить одного человека в жертву. Осознать, зачем мы продолжаем избирать, несмотря на ничем не сдерживаемое разложение, охватившее нас уже десятилетия назад. Когда-то все было просто.
Выборы означали рукопожатие поцелуя. Но ныне, с образованием голосующих блоков, общество пронизано коррупцией. Запуталось в клубке интриг, растет поток наркотиков, еще бог знает чего. Мы должны знать, зачем эти выборы. Я внимательно просмотрел архивы и могу сказать, что там нет ответа. Вы найдете запись о первом смотрителе, единственном, кто вошел в это убежище, зная о будущих жертвоприношениях. Но и у него не было ответа. Если бы был, то он бы предвидел бурю, которая разразится, когда он поделится с людьми новостью. Конечно, он мог бы догадаться, что они захотят выбирать жертву демократическим путем, таким, который позволил бы жить в мире со своей совестью, совершая ужасающие поступки. Мог бы предвидеть, что сам и станет первым избранником, и что две ипостаси смотрителей жертвы навеки сольются воедино в убежище 11. Но он не догадывался, у него было ответов не больше, чем у любого из нас. Записи свидетельствуют, когда жители узнали, что паролем к жертвенному залу было имя его жены Бетти, они открыли дверь и отправили его на смерть. Спускаясь, он рыдал, как дитя. Я могу только задаваться вопросом, если ответа найти нельзя, сколько времени мы будем продолжать так жить просто потому, что не видим иного выхода? В любом случае, я продолжаю надеяться, что мы найдем то, что ищем. Я призываю вас последовать моему примеру и вчитаться в наши хроники. Вы сами увидите, что еще недавно нами правили человечность и достоинство, и мы не должны были краснеть, вспоминая свои деяния. Спасибо за понимание. То есть, в общем, первый смотритель рассказал им, что каждый год им будет требоваться принести кого-то в жертву. Обязательно. И что без этого все убежище будет уничтожено. Соответственно, компьютером, который управлял убежищем. Они очень разозлились на эту новость, разозлились на то, что он знал об этом, когда пришел сюда, в это убежище, но никому ничего не сказал. Вот. И они тогда назначили его первой жертвой. С этого закрепилась традиция избирать смотрителя и его же как жертву. Речь Гуса Олсона, бунтсмена. Но это та же самая речь, которую мы только что прочитали. Это еще один зал. Здесь есть что-нибудь у нас интересное? Да, это вот зал над тем, в котором мы только что были. Ладно, идем отсюда. Такой крутой sci-fi про немыслимые условия сеттинга, говорит Волос. И про выбор реакции общества на него. Прям мороз по коже. Очень крутая история про страх, панику, животные в людях, трусость, поведение в критической стрессовой ситуации, коррупцию. Да, я полностью согласен, что если бы людей поставили перед выбором кого-то одного убивать либо всем умереть, они бы с радостью бы придумали оправдание, почему так нужно делать. Что это правильно. Что, как бы, собственно, они поступают так не потому, что это плохо. Так. Потому что, наоборот, это хорошо. Так, так, так. Что у нас здесь? Кислород, не кончайся, пожалуйста. Что у нас есть? Под водой. А, здесь дверь. Дверь, в которой гранатометный выстрел, микроядерная фигня, патроны. Что еще? А еще кислород не хватает. Свинцовая труба, кружка, камера, отходы. Дверь. Фух, выбрались. Что здесь? А, здесь мы были, как раз, собственно, то место, откуда мы в воду и спустились, только немножко с другого угла. Теперь мы побывали в этой части, нам осталось вот в эту часть зайти, пройтись. И закончилось действие Радыкс. Ах, как это нехорошо. Из твоих уст звучит как порицание этих людей, говорит Волос. Наверное, не заслужили, но, честно говоря, мне их жаль. Не представляю, как им тут жить всю жизнь, зная, что тебя могут выбрать. Очень похоже на историю
Дюнкерка Нолана солдатом, которого подобрали на судно. Ну, я Дюнкерк не смотрел, поэтому сложно мне понять, какую аналогию ты проводишь. Но я не осуждаю людей, я просто говорю, что вот в природе нашей, человеческой, мы привыкли к такой вот ментальной гимнастике для того, чтобы оправдать себя. Нам очень некомфортно воспринимать себя как плохих людей. Поэтому мы придумываем любые оправдания для того, чтобы объяснить, почему мы хорошие. Почему мы ничего плохого не сделали? Почему вместо того, чтобы искать способ перепрограммировать компьютер, взломать его, там как-то еще справиться с этой ситуацией, мы решили взяться за самое простое и убивать людей. Ну, как бы. Одним человеком больше, одним меньше. Карта, карта. Ну, осталось сюда заглянуть, вот, пройти. Здесь мы вроде бы были уже. Отрубить такой компьютер не судьба была или исследовать сеть, говорит Лосен Кайлос. Вот-вот, я о том же. Привет. Как раз о том, что люди в страхе перед собственной смертью принимают самое простое решение, а потом оправдывают любые ужасы, просто потому что наша психология так устроена. Так, стоп, я не туда зашел, да? Да, тут надо как-то пройти вниз. Вот здесь. И мы не туда сворачиваем. Нужно свернуть где-то здесь. Где-то здесь пройти. Как пройти? Такое впечатление, что здесь есть типа проход. Или может быть это где-то сверху? Но тоже как бы не очень похоже. Или снизу. Ни хрена подобного. Ну и хрен с ним. Почему мы узнали это убежище, его историю? Полутали немного. Я думаю, можно свалить. Одно из моих любимых убежищ — это 29-й из Ван Бюрена, пишет Дикий Видок. Там должны были собрать лучшие умы человечества, чтобы воскресить мир после войны с помощью технологических достижений и не дать миру умереть. Несмотря на то, что Бюрен не канон, его канонизировали в виде большой горы в Вегасе. Вообще, много наработок из Бюрена взял. Прям не могу дождаться, когда ты в World of World Blues пойдешь. Окей. Я слышал, безусловно, и что в Ван Бюрне было много того, что в итоге перекочевал в Нью-Вегас. И, собственно, сам по себе Ван Бюрен, он выглядел как, в общем, такая работа над ошибками, над... Так, куда нам? На противоположную сторону. Над вторым Fallout'ом, вообще над старыми Fallout'ами. Вот. И попытка сделать не хуже, чем первый, но при этом не менее масштабно, чем второй. Там и sci-fi более-менее нормальный был, с космическими станциями, с полетами туда. Волос, не ты один, большая часть окружающих людей такие. Да, Волос пишет, что он бы, скорее всего, был бы тварью дрожащей в такой бы ситуации. И как бы проецируя на себя, понимаешь, что вряд ли бы поступил иначе. Да, я понимаю, я как бы не осуждаю людей за то, что у нас такая природа. Стоит смириться с тем, что мы немножко сволочи. Но вы, естественно, с этим не смиритесь, потому что наша природа, она и не позволяет нам чувствовать себя плохими. Она нам и говорит о том, что ни в коем случае не признавай, что ты — это та самая сволочь, которая спокойно предаст ближнего, лишь бы, собственно, ничего с тобой плохого не случилось. Не все люди, конечно, одинаковые, но такая жажда выживания, такая ментальная гибкость и умение отрицать очевидное, они заложены в нашей психике. Они фундаментальные ключевые компоненты для того, чтобы поддерживать у нас здоровый рассудок. Да, я сону быстро назад. Там же катсцена должна быть. Какая катсцена? Вернись, говорит Илюха. Ты не прошел убежище. Да вы издеваетесь, вы врете. Самое лучшее из Бёрна не канонизировали. Вы врете. Я уверен, вы меня разыгрываете. А куда тогда идти-то?
Deskto твой любимый союзник в Нью-Вегасе. Не знаю, я еще не всех видел. В общем, развели Дайса. Как вам не стыдно? Самое плохое, пока не попробуешь, не узнаешь. И все утверждают, что не-не-не, я не такой, как все. Да-да-да. Именно в этом дело. Ну, не то, чтобы это совсем плохое. Главное просто держать в уме, что, во-первых, вы не являетесь высокоморальной личностью, как бы вы не хотели себя такой видеть. И если копнуть поглубже, вы найдете много аморальных поступков в своей жизни. Может быть, не таких страшных, как то, что вот в этом убежище описывается. Все-таки это очень гипертрофированная, такая исключительно постановочная история. Но, с другой стороны... С другой стороны, и про других тоже. Когда вам говорят про то, какие они все добрые и как к вам хорошо относятся, не забывайте, что это может легко измениться в любой момент, когда произойдет что-то, что будет более выгодно человеку. И он найдет миллион различных оправданий, почему он так поступил, почему это нормально, почему это вы на самом деле сволочь, который все это заслуживает. Так что не стоит слишком сильно обольщаться на тему того, кто мы такие. Ну как туда пройти? Как пройти туда? Возможно, нужно под воду прыгнуть. Давайте попробуем еще разок. Радикс у нас там закончил свое действие. Да, похоже. Что у нас с радиацией? Сопротивление 14%. Угу, конечно. Антирадиационный костюм надеть не пробовал, Дайс? Да? Засейвимся. Так, смотрим на карту. Плывем. Кабинет смотрителя. Где? Где? Это не здесь. В противоположной стороне, видимо. Да, вот здесь вот. И игра зависла. Зря я наступал на эту балку. Сейчас мы ее перезапустим. В кабинете смотрителя под столом есть скрытый проход. Открывается через терминал смотрителя. Вы меня еще заставляете скрытые проходы искать. Ах, вы проказники. Физический движок решил, что настало время отработать 6 миллионов просчетов коллизии игрока с балкой. Да, балка опасна. Она как бы говорит. Не трогай, подумай. Нам достаточно сюда. Да, вроде сюда. Только надо проверить, что у нас надет наш антирадиационный костюм. Да, надет. Нет, не сюда, пожалуй. Теперь еще раз на карту внимательно. Это зал собраний? Нет, это другой зал. Это то, где мы не были даже. И сюда стоит заглянуть, безусловно. Что у нас здесь? Кухня. Кедровые орехи. Они мало весят и просто восстанавливают здоровье немножечко, поэтому нужно взять. Жаркое из белки, бутылка из-под. А тут что было? Тостер. Бутылки, крышки. Ну, здесь мы вроде бы были. Почему-то у меня такое чувство, потому что здесь все мертвые. Или же это не важно. Стейк из брамина можно взять? О, сансет со спрейла. Что за солдбери стейк? Давайте проверим их. Очки здоровья плюс один, плюс один, плюс один на 5 секунд. Вот на 7 сахарной бомбы дают. И очки действия еще повышают. Но, правда, весят. К сожалению, не так хорошо. Шашлык из игуаны. Выглядит приятно. За 10 секунд до сейва пробегал этот кабинет Эверсира вроде бы, говорит Волос. Кабинет смотрителя находится в начале нижних помещений. Серьезно. Зато стимулятор нашли, антирадин, спок, пустой шприц.
Вы думаете, зря я сюда прибежал? Нет. Я сюда прибежал, чтобы все полутать. И мы полутали. Почти все. Видите, патроны. Наливные яблоки, как у нас. Не очень. Шашлык из игуаны еще можно взять. Единичка радиации — это ни о чем. А 12 здоровья — это 12 здоровья, как бы. Я думаю, вы понимаете. Не сюда. Тебе как медик не советую пустые шприцы тут лутать, говорит Лукон. Да ладно, столько лет прошло, радиация продезинфицировалась же. Убежище 11 было полностью создано Эриком Фенстермейкером, говорит Волос. Что бы еще бы это значило? Почему? Ничего про него не знаю. Где мы возвращаемся в начальную часть этих помещений. Оп-оп-оп, с балочкой надо быть поосторожней. И нам нужен кабинет смотрителя. Но это явно не здесь. Что такое упало? Это Дайс упал. Это были гранаты из ловушки. Че, мы не сохранялись? Лол! Мы не сохранялись, катаны. Че, говорите, где-то здесь есть кабинет смотрителя, да? Так, растяжка, вот ты, родимая. Обезврежена. Граната. Обезврежена. Ну вот, считайте, ничего и не было. Все норм. Ну, аптечку мы лутали. Рикошет возьмем. Так, и куда нам? В другую локацию? Как стоял, посмотрел на гранаты упавшие. Да не, фигня какая-то, пошел по своим делам. Ага. Но почему бы нет? Это ж отличное решение. Так, кабинет смотрителя, видимо, в другой локе. Ну, мы в это вернемся, но потом, наверное, уже вне стрима, потому что я собираюсь уже давно заканчивать стрим. У меня за полночь. Вот, пойдемте, давайте в жилые помещения зайдем. Где кабинет смотрителя здесь? Идущий на стенах указатели. Чек расположения, как в старых добрых безмаркерных играх. Указателя. Female dorm. Male dorm. А здесь нет указателей. Админ. Security versus office. Серьезно? Реально? На нижних уровнях versus office, похоже. Versus office. Versus office. Versus office. Да? Реально, указатели это творят просто чудеса. Кто бы мог подумать? Ну тут мы уже вроде бы все полутали. И говорят, какой-то секретный ход есть под смотрителем. Просто как его активировать только. Давайте внимательно посмотрим все, что есть вокруг. Включим фонарик. Медицинские записи, карандаш. Все явно не то. Планшет. С другой стороны есть какая-то клавиатура. Терминал смотрителя. Открыть жертвенный зал. Открывается. Видите, как все просто. Поздравляю, мученик. Твое фантастическое путешествие только начинается. Двигайся на свет.
Сохранись немедленно. Сохранился. Идем к свету. Свет расслабляет и приносит успокоение ума. Иди к свету. Добро пожаловать. Присаживайтесь на стул. Шоу вот-вот начнется. Волтек представляет. Счастливые испытания. Поздравляю, мученик, и добро пожаловать. То, что ты находишься здесь, означает, что тебя предложили в качестве жертвы ради дальнейшего процветания твоего убежища. Может быть, сейчас ты чувствуешь гнев или печаль, возможно, у тебя никогда не было внуков и возможности насладиться хорошей сигарой. Но иди с высокой поднятой головой, солдат. Помни, что каждый из нас играет важную роль. Чья-то роль — излечение больных. Кому-то суждено стать гонщиком или пилотом корабля. А кто-то из нас жертвует свою жизнь на благо человечества. И, может быть, это не так весело, как быть гонщиком, но это куда важнее. Давай вспомним о минутах, которые сделали твою жизнь достойной. Подумай о том времени, когда ты впервые поцеловал свою возлюбленную под трибунами стадиона. Или как ты тайком выбрался из дома после отбоя, чтобы посмотреть новое кино, про которое родители говорили, что оно слишком страшное, черт, а ведь они были правы. Кто может забыть встречу с любовью всей своей жизни? Когда ты думаешь об этих вещах, чувствуешь ли ты некое волнение в груди? Хорошо. То, что ты чувствуешь, — это покой. У тебя была великолепная жизнь. Прожить ее — само по себе награда. Но это только начало. Теперь закрой глаза и представь, какие радости ждут тебя в следующей жизни. После смерти. Ты видишь их? Хорошо. Привет, загробная жизнь. Так. Выглядит неплохо. Мне нравится. Давайте немножечко пропьем сопротивление урону. Увеличение урона. Очки действия. Симуляторы. Простые стимуляторы. Какое оружие возьмем для них? Какой сложный метод для убийства одного человека? Да, Локон. Помнишь, как я просил тебя купить импульсную дробь? Ну, так вот, время пришло, Кретьянг-архивист. Броню заодно надень. Тоже правильная мысль. Ничто из этого нам сильно не поможет. И теперь самое главное — оружие. Свет во тьме, урон 153. Счастливчик. Его можно модифицировать? Не может быть модифицирован. Чего у нас там высокий урон в секунду был? У винтовки уцелевшего однозначно очень хороший урон. 41 урон за один выстрел. Я думаю, ее нужно использовать. И там еще у нас была импульсная граната, вообще неплохо тоже, но я думаю, обойдемся пока. Вот пистолет-пулемет, 247 урона в секунду. Плазменная граната, да.
Дальше. Гранат отбросали. Теперь берем винтовку выдержку. Это на 6, по-моему, она у нас была. Ну, расстреляли. Окей. Мы справились. Дигери Дог говорит, помню, когда сам сюда впервые попал, я был с крит-билдом и имел в арсенале эми-пистолет. Это было слишком просто даже на хардкоре. Сам по себе, конечно, экспириенс испортил. Насчет сложного метода убийства мученика изначально планировалось как газовая камера. Автор решил, что в духе Волтек будет самый беспорядочный, требующий чрезмерных средств метод с небольшой отдачей. Ну вот, кругом гильзы, отстрелянные нами. Трупы роботов, гранатометные выстрелы. Патроны. Что тут еще хорошего есть? Ура, мы получили награду. Там еще какой-то компьютер имеется. И, казалось бы, людям для того, чтобы спастись из убежища, нужно было всего-то уничтожить роботов. Но вместо этого они предпочитали отправлять друг друга по одному на смерть. Так, ядерная батарея, вот это вот брать не стоило. Но потом выкинем как-нибудь. О, компьютер убежища 11. Системная запись, решение. Запись загружена, автоматический ответ, решение. Так, отмена локдауна. Выключение программы завершено, все. То есть, казалось бы, нужно всего-то было взять, выключить компьютер. Вот так вот, казалось бы. Все просто, но нет. Ты не прав, им не пришлось бы даже убивать роботов, говорит Волос. Надо сейчас почитать, что мы нашли. Может быть, там есть что-то очень важное для этого. Так, можно оружие просто поднять на 50 спокойненько себе. Я им все-таки пользуюсь часто, как я говорил. 50 оружия не помешает. А потом энергооружие можно продолжить качать после этого. С другой стороны, нужны навыки, которые в первую очередь будут полезны для мирного решения различных проблем. Тот же бартер, тоже та же медицина. Но я думаю, один уровень мы себе можем себе так позволить. Окей. Читаем, что за записи здесь у нас. Системная запись убежища 11. Решение. Ладно, я знаю, что ты меня слышишь, так все послушай. Нас осталось пятеро. Пятеро. Из... не знаю, скольки. Так что все кончено. Мы тут поговорили и все. Больше никого не пошлем умирать. Так что отключай нам воду или пускай газ. Что-то там запрограммировано сделал. Но мы больше не будем тебя слушать. Автоматический ответ. Поздравляю, житель убежища 11. Вы приняли решение не жертвовать одним из вас. Вы можете высоко поднять голову, зная, что ваш гуманизм служит всем нам блестящим примером. И, чтобы вы могли гордиться собой еще больше, я сообщу вам прекрасную новость. Вопреки тому, что вам внушали, население убежища 11 не будет уничтожено за своеволие. Напротив, мы включили механизм, открывающий главную дверь убежища. Вы можете входить и выходить, когда захотите. Но не торопитесь. Поговорите со смотрителем, чтобы убедиться в безопасности выхода. Здесь, в Волтек, ваша безопасность — наша главная задача. Видите, как все просто было? Какой простой тест, и они его провалили успешно. Миссия успешно провалена. Ну ничего, хорошее убежище, веселенькое такое, в духе современных фоллаутов и различных экспериментов, которые, кстати, не планировались, когда первый фоллаут выходил, но потом добавили сюда вот эту программу бессмысленных, бесчеловечных экспериментов, и она вроде бы как бы в духе чернухи различные, вот, которые есть в сеттинге игры. И в целом я не против. Я думаю, довольно хорошая тема. Хорошее убежище. Mission success. Critical failure. Не просто провалили, из 4 из 5 выживших... 4 из 5 выживших застрелились.
пятый струсил, не застрелился. Так что провалили вообще все поголовно. Ну да, да, полный провал. Сначала они всех пожертвовали, потом они поняли, какую ошибку они натворили, и четверо застрелились, а последний решил, что... Ну фиг ли, все умерли, он теперь победитель. Ну, я думаю, на сегодня мы стрим закончим. Было очень классно. В целом, все мне нравится пока что. Надеюсь, мы с вами встретимся в ближайшее время и продолжим увлекательные путешествия по пустошам. Я же вам хочу напомнить, что вы, господа, можете подписаться на мой канал или же просто поставить лайк, если вы сейчас смотрите это в записи. Ну и анонсы будут в ближайшее время в ВКонтакте, Твиттере и в Дискорде, как обычно. Все ссылки внизу в описании. Я с вами прощаюсь. До новых встреч. С вами был Дайс. Пока.